Здравствуйте. Вот и закончился дачный сезон. Пора подвести итоги. Сегодня я хочу вам рассказать о семенах томатов, которые наиболее популярны у дачников. Фирма «Элита» предлагает такие семена, как «Добарао». «Добарао» красный, розовый, золотой, оранжевый и черный. Сорт «Добарао» высокорослый, очень урожайный, дает стабильные урожаи в любой год. Плоды ровные, плотные, вкусные, сладкие, не растрескиваются. Хорошо лежат. Из низкорослых томатов особой популярностью пользуются «Столыпин» и «Санька». Эти растения детерминантные, то есть с ограниченным ростом, 50-60 см. Также они хороши тем, что они устойчивы к болезням. Плоды вкусные, сладкие, плотные, не растрескиваются. Назначение плодов у «Саньки» и «Столыпина» универсальное. Кроме «Гавриш» я бы хотела рассказать о таких томатах, как «Гипербола», «Гаспачо» и томат «Детская сладость». Они также очень пользуются популярностью у покупателей. Они хороши тем, что они невысокие, выращиваются в открытом грунте, устойчивы к болезням. Особенно хороши гаспачо и гипербола тем, что они очень мясистые и хорошо их использовать на томатопродукты для изготовления пасты и томатных соков. Далеко не каждый дачник умеет выращивать рассаду, и не у каждого есть условия. Поэтому я хотела бы рекомендовать такие сорта томатов, как «Парадист» и «Бонни М». Они подходят для прямого посева в грунт. Особой популярностью у дачников пользуются семена производителя «Сибирский сад». Их очень много, но хочется остановить на некоторых из них. Ассортимент «Сибирского сада» очень широкий, и остановиться на каком-то из них очень сложно. Но хочется все-таки назвать такие сорта томатов, как «Батяня», «Розовая ляна», «Свит черри», «Добарао гигант». Сорт «Батяня» раннеспелый и очень урожайный, до 17 кг с 1 квадратного метра. Плоды в форме сердца, малиновые, с маленькой семенной камерой. Плоды очень сладкие, сахаристые на изломе. Томаты «Батяня» подходят для салатов. Сорт «Ляна» ультраскороспелый, невысокий. Томат кистевой. Плоды плотные, не растрескиваются. Назначение плодов универсальное. «Свит черри» – томаты высокорослые. Они больше подходят для выращивания в теплицах. Плоды крупные, 20-30 грамм. Очень сладкие. Томат кистевой. Назначение плодов универсальное. Томат «Добарао гигант» среднепоздний. Это высокорослый сорт. Он подходит для теплиц и открытого грунта. От обычного сорта «Добарао» этот сорт отличается тем, что он имеет более крупные плоды, до 300 грамм. Назначение плодов универсальное. Этот сорт удобен тем, что он может продлить потребление свежих плодов до поздней осени. На этом я хочу с вами попрощаться. До скорых встреч!